Под прошлым видео вы собрали более 4000 лайков буквально за один день. Давайте и сегодня мы соберем 4000 лайков, и я сразу выпускаю для вас новенькое видео. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Димка и Кусик. Мы находимся в GTA 5, и это шоу «Эксперименты». Здорово всем! Эй, всем привет! Итак, друзья, я уже записывал данную рубрику для вас, и она вам очень понравилась. Поэтому сегодня мы снова записываем для вас эту рубрику. Вкратце правила. Это, ребята, шоу, где мы должны будем проезжать под барьерами, где с каждым разом барьер опускается все ниже и ниже, буквально на пару сантиметров. Сегодня мы должны будем на прикольных тачках проезжать под этими барьерами как можно дальше. Ну и, ребята, вкратце правила. Мы делаем тачки случайным образом и используем только реальные машины из реальной жизни. Кустик, иди ко мне сюда. И мы спавним по одной тачке в каждом раунде, но победивший имеет право сделать себе две машины. Мы как бы так вот договорились. Итак, окей, у меня первая машина есть, и ждем пока машину Кустика, да. Ой, так, у нас у всех есть тачки, пацаны. Получается, это Додж, это Рено, это Фольксваген. Окей, друзья, мы начинаем. Поехали. Желаю всем удачи. Надеюсь, что сегодня мы, ребята, покажем классные результаты, потому что в прошлый раз я один раз проехал до финиша, и это было всего одна. Однажды. Так, подожди. Да, Кустик, мы же с тобой не можем здесь встать, да? Диман проехал как-то. А вот у меня, слушай, не знаю, машина ломается у меня, конечно, но вот проеду я. Крыша уже вообще по нулям. Да. А у меня, блин, она короче, прям высокая, да, такая. А потолки меня. А я, братан, не-не-не-не. Слушай, она у меня ломается, реально есть шансы, потому что крыша ломается, возможно, она проедет дальше, но не, что-то она как-то. А если мы поедем как-то задом, может быть, она сейчас поломается, не, братан, сзади. Это все. А если задом? У тебя, кажется, машина вообще не ломается. Не, бро, то есть, блин. Как сломалась крыша у меня сзади. Да, вижу. А слушай, она у меня капец, просто у меня крыша уже нет. То есть, ребята, пробую еще раз. Пробую еще раз, и последний. Не, все, ребята, она просто не поедет. Едет, к сожалению. Да, у Кустика машина в хлам. Итак, получается, у нас с Кустиком по 25 баллов, а у Димана 29. Окей, идем, готовимся ко второму раунду. Итак, теперь получается, что я делаю одну тачку, Кустик делает одну тачку, а Димка две может сделать. Так, но используем мы лишь реальные тачки, да, пацаны. Где у меня хотя бы одна реальная машина, пожалуйста? О, пацаны, БМ, Кустик, мы с тобой почти как бы из одной эпохи. Да, мы с тобой гай из одной эпохи. У меня, короче, БХ-семерка, да, а, понимаю. А, вижу, да, получается. Короче, у меня БХ-семерка, у Кустика БХ-пятерка, у Димана это Феррари. Ну, поехали, пацаны, раунд второй. Надеюсь, давай. Сейчас Бэха себя покажет. Так, ну ладно. Меня. Слушай, ну ты прям, ты меня обгоняешь так-то на самом деле. Алло, если... 300 максимум, то ли 250. Понимаю, давай. О, протиснулся, прикинь. А как? А почему я не поехал? Я тоже проехал неплохо. А чем ты? Тимона вообще просто проскальзывает. Блин, пацаны, я уже там почти полностью, только вот у меня как-то крыша цепляется странно. Да проедь ты, пожалуйста. Я проехал. Давай. Давай, не, пацаны, так, у меня проблемка. Давай, сейчас я как-то вот так вот, может быть, боком. О, я проехал 26 хотя бы. Хорош. Хотя бы 26. Так, может быть, сейчас здесь проеду как-то. Блин, слушай, она, в принципе, она, короче, ну... Проехал! Серьезно, ты проехал? Как она пролезла там? Обалдеть! Слушай, смотри. Получается у тебя проехать? Нет, ты не поедешь. Она может. Она, может быть, и может, да. А вы с Диманом нет, пока на разных, да, ты понимаешь, что платформа. Я на 29. Блин, не, пацаны, все, 26 у меня. Итак, у вас. Давайте, Димана 29, ты понимаешь, что финиш, и Куст пробует один раз, и все, я так понимаю. Давайте. Один раз пробуй, и не, Куст, все, да. Итак, у Куста 28 баллов, у Димки 29. Идем дальше, опять-таки Диман делает две тачки, мы с Кустом по одной, мне там Мустанг, пацаны, ну, даже не знаю. О, Диман, бери. Отлично. Блин, низкая у тебя тачка все-таки, да. Бери. Ну, в принципе, по крыше мы с тобой вроде как одинакового уровня, если не ошибаюсь. А если я прокачаю как-нибудь, она прокачивается? Нет. Она не считает себя, да. О, нифига там у Куста тачка, чего у тебя? Вообще низкая, глянь, какая она низкая, поехали, да. Это, походу, финиш будет. Чего? Ну посмотрим, у Куста очень низкая тачка. Так, у меня потом Мустанг. Эй, давай. Я проехал. Да куда вы? Беру, вы чё? Диман на 30. Пау. Проехал? Почти, давай, проехал? Почти. Ну, пацаны, она может. Я должен проехать.
Я должен проехать дальше, ну хотя бы на 27, а то как-то просто, у меня машины пока высокие, блин, реально. Так, а что у вас там, пацаны, как у вас дела? А, что-то прям, ну, блин, ну... Что такое, слушай? Мустанг прям у меня что-то не поехал. Давай, давай, еще. У меня 30. Он дальше, 30, да? Да ну, куста 30, серьезно. Не, ребята, я приехал. Подождите, офигеть. Я приехал. На какой-то машине. А, да, я был на Формуле 1 однажды. Итак, у меня 26, у Димки 29, у Кустика 30. Да, все, все приехали. Окей, идем дальше. Итак, мы идем дальше, пацаны, спавним тачки. Поехали, делаю себе одну. Это супер низкий додж у меня, пацаны. Это хорошо. Серьезно? Да-да-да. Так, Димана Мустанг первая тачка, а вторая... А, Диман же одну делает, точно. А у Кустика да, сейчас... У Кустика РС-очка. Еще одну нужно, короче, кусту. А, это пока GTA-шная у тебя вторая. Это GTA. И Audi у тебя. Audi. У тебя две Audi. У тебя R8 и R7. Не пихайся. Итак, мы готовы. Это Audi R8. Это, давай, получается, Viper. И это Мустанг, ребята. Shelby Cobra. Ну что же, кто будет дальше? Сейчас, ребята, мы просто посмотрим. Ну, у меня, по идее, супер низкая тачка. Она просто очень плоская. Поэтому давай, я проехал. Давай. Я куда ты проехал, Куст? На 25. В смысле? Как меня багует? А, Куст проехал почти полностью, но заст... Тихо. Без паники, пацаны. Без паники. Понял. Так, ну, мы с Кустом пока в одном месте. А, прикинь, я почти проехал, она уже не залазит туда. Меня зажимало. Реально? Так, жопой надо пробовать. Давай. Да, так, да. У меня ломается тачка, ребята, как бы, поэтому, возможно... Ты что, проехал? Класс. Смотри. А почему ты не проехал? У меня-то проехал, как бы. Что у тебя происходит? Меня протолкнуло. Спасибо. Ты проехал? Давай, да, ну, Куст проехал дальше. Вы что, сейчас серьезно вообще? Да, Куст проехал. Но... На самом деле есть фишка одна прикольная. Какая фишка есть одна прикольная? А я вам тебе расскажу. Серьезно? У Вася, рассказывай свои фишечки. Давай, чуть-чуть нужен. Фишечки свои. Не, пацаны, я все, видимо. Я проехал. Серьезно? Да. Ну все, да, мы, видимо, не пройдем уже дальше. Итак, у меня 28, у Кустика 29, у Димана 26. Итак, мы идем дальше. Теперь сейчас Куст опять делает себе две машины. Мы с Диманом по одной. О, Димана высокая тачка. А у меня... что у меня, пацаны? А что это такое у меня? Ну-ка. Это какая-то у меня... Это что? Это Porsche? Фига на винилах прикольных. Короче, окей, ребята, готовимся. О, у Кустика есть две тачки, причем одна из них очень низкая. Опять тебе низкая тачка. Вы что, прикалываетесь? Ладно, пацаны, Диман, у тебя что? У тебя Toyota Prado, да? Поехали, let's go. Ой, я тебя потолкнул, что ли? Да, потолкнул ты меня, да. Окей, но на самом деле, как бы, Кустик опять на низкой тачке, и ты куда, Кустик, поехал? Давай. 29 есть. Да, 5, у меня 27, а Диман... Пацаны, 19. Да, пацаны, ну прям, Кустик, ты где? Ты 29, да, взял? 30, я только что взял. 30, ты чё? 30 взял? Ты чё прикалываешься? Куда ты поехал? Блин, у меня машина не ломается. Да. А финиш будет? Видимо, не, Кустик, видимо, нужна еще машина ниже. Ну я же почти пройду, почему она не проезжает? Возможно будет. Да ты че, какие? Не, ну хорош, забей, забудь. Давай, не, все, давай, пацаны, давай. Я не проехал. Чувак, я могу проехать. У меня 27, у Димана сколько, у Димана у тебя получается? 20, неплохо. У Кустика 30, обалденные просто результаты. Итак, идем дальше, ребята, пока видите на экране наши баллы, но прям тачки, прям вообще жесть. Ема, что это такое мне выпало? Что за капсула тебе выпала? Такая мелкая, что это, блин? Ну давай, Диман, делай. О, наконец-то вспомнилось. Лоурайдер, пацаны. Ну это GTA-шный, бро, только он не считается. Да. Так, у нас с Диманом такие две тачки прям вообще прикольные. Ё-моё, Кустика Формула 1, ты чё, молодой, творишь? Это сразу финиш, это 40 баллов, кажется. Смотрите, какие низкие машины падают. Просто поехали, ребята, разгоняемся. Ё-моё, Кустика Формула. У меня была Формула. У меня тоже, бро. Ну, у меня, кстати, ну, побыстрее, на самом деле, чем у тебя. Просто финиш, да. Финиш проехал, на финиш, да. Сколько это? У меня пропала платформа. Серьезно, у меня 23, да. Я проехал. Давай, бро, грузи еще раз. О, я поехал. Она как-то... Она немножко... Слушай, она как лоурайдер, короче, типа, поняли? Она зажевывает. Колесики, да, занижаются, но я проехал уже так два раза. Давай, типа, могу на тебя встану сверху. На меня встанешь сверху. Слушай, ну она что-то... Смотри, опа. А ты у меня какой-то прозрачник есть почему-то. На самом деле, но... Да, она бы могла, наверное, проехать, но... Диман, Димон! Ты куда, молодой? Мы думаем, мы с тобой на одном, что будем уровне. Да, еще дальше. Я что-то... Не, я все. Попробуй, она, конечно, ехала, боком, но все. Не, я пробовал, но мне не получалось, да. Итак, у Кустика это финиш на 40 баллов. У меня, ребята, 24, а у Димана... Ты проедешь?
Не, не проехал. 25 получается, хорошо. Кустик пока просто разрывает, ребята, наши рандомы. И у меня BMW, короче, лимузин, типа низкая, такая, да. У кустиков фульс, да, низкий. А это не считается, но было бы неплохо, да, если бы он считался, на самом деле, для тебя. Потому что тебе хорош низкие тачки завозить, алло. У тебя что? У тебя получается Хаммер и Фольксваген. Ну что берешь? Ну да, было бы странно, если бы ты взял бы Хаммер. Ладно, поехали, пацаны, стартуем. Это Фольксваген, это BMW и это Lexus, ребята, о, прикольненькая бэх, у меня, пацаны, семерочка. Она реально какая-то ланговая, огромная. Я быстрый, капец. Я тоже быстрый. Что? Я сейчас не понял на секунду, сфигали вы меня. 26. Вы чё? В смысле, молодые? А чё меня оставили здесь? А я вроде как же ниже, чем Диман был, нет? Почему? Ну, вроде. А почему? Да и сам иди отсюда, я должен проехать, алло. Не, прикинь, я очень толстый. А почему? Ты очень толстый? Я не понимаю, почему я-то не могу. Так, кустик, уйди. Пацаны, дайте проехать. Да ты чё, Фуфил, творишь? Вы заколебали, ну. Есть тактика. Какая тактика есть? Пихай других, чтобы другие не проехали. Да не, ладно. Бой, я проехал эту тактику дальше. Показал Юрка, это не считается. Пацаны, обратно возвращайтесь. Короче, я понимаю, что мы приехали, да? Это или что? Ему у меня тачка ломается, да. У вас по 26, у меня 25, ребят, но пора как-то уже отыгрываться. Просто кустику завозят куча прикольных тачек. У вас в подвесе, говоря, поэтому да. О, нормально, Диман, бери. О, нормально, низкая машина. Бери. О, Феррари, пацаны! Хорошо. А считается? Это не считается у себя, не-не. Так, у меня с Диманом есть тачки. Ждем, пока кустик сделает себе машину. Давай, дождемся. Так, у кустика есть две тачки. Это поджерик, как было у кустика, и Honda, да, так понимаю? Ладно, пацаны. Пацаны, это Мерседес, это Феррари, это Хонда. Поехали, посмотрим, поехали. Кто же будет дальше. Но у меня, по идее... А спорим, я буду дальше. Да не пихайся ты, молодой. На самом деле, у меня Феррич очень низкий, я как бы... О, неплохо, 28. Подожди, она... Пацаны, пацаки, сейчас крышу уберу, подождите. Я крышу, я проехал, я убрал крышу. Он без крыши проехал. Чего? Понимаю. Что это было сейчас вообще, пацаны? Нормально, о, на самом деле. Тоже. Так, ну я, конечно, все понимаю, но давай сегодня будем догонять, а, пожалуйста, хорош. Так, ну... Не, я, видимо, все, пацаны. Но убранная крыша помогла мне сегодня хотя бы один балл, то есть сделать плюсом, и, видимо, все, а да? А, не, у меня даже с нитро не получается. Я понимаю. 26 всего. Все, ясно. У меня 29, у кустика 27, у Димки 26. Теперь, наконец-то, я делаю две, вы делаете по одной. X5, и хорошо, что у меня две машины. А второе Камри. Ну, это не особо низкая, конечно, тачка, о, но понимаю, это не считается. Это GTA, да. Так, но у Димона тоже стенд тачка, типа, да. У кустика это считается. Это считается. Считается, бро. Ну, смысл, она низкая же, она низкая у тебя. Самая низкая из всех наших. Камри 40-уха, Феррари. И тебя, Димон, что такое, Фиат или Сиат? Я не знаю. Это Супра какая-то. Купра. Купра. Сейчас Купра, что ли, не знаю. Короче, поехали. У меня Камри 3.5, ну, как говорится, 40-уха. Но я пока еду. Так. Но. Так, давай. Да давай! Давай назад пролазь. Да чё? Ну давай, поехали, Камрюха, я в тебя верю. А если мы прокачаем, ребята? Нифига, он. Ой, я проехал! Я проехал, но, видимо... Блин, мне хотя бы до Димана бы добраться. Я проглатываюсь почему-то колесами вниз. Видите, надо... Да, кстати, да. Ну не, я все, 26, это моя как бы точка, видимо, да. Ну, блин, ну немножко не хватило, да? Это все-таки Камри, она прикольненькая, но ей не хватило. Окей, у Кустика 28, у Димки 27, у меня 26. Итак, идем дальше. Кустик опять делает себе две машины, мы по одной. Так это не считается. Не считается. О, прикольно, но не считается. Нет, у меня высокая тачка. Вы чё? Это, да-да-да, это, короче, у меня Range Rover. Ну, бери кустик, у Димана низкая, у меня такая была уже машина сегодня на самом деле, поэтому да. Итак, мы готовы. Audi, это Viper и Range Rover, ребят. Ну, Range Rover, капец, высокие же. Ну, же есть, брат, ну куда? Пока-пока. Ну, пока-пока, да, сейчас я еще... Да, я уже... 20. О, что происходит? Что? Меня поглотило почти. Как я так проехал? 29. Меня почти поглотило. О, я проехал. Нормально. А еще ниже поедем? Диман, повезло, он на 29 уже. Серьезно?
А как так-то? Да. А как она прозрачная, крыша прозрачная. Серьезно? Не, я все, пацаны, 21 у меня, короче, дальше уже не поеду. 30! 30? Как ты здесь оказался вообще? Она высокая, крыши нет, она прозрачная. О, тебя прозрачная, смотрите, текстуры прозрачные у этой тачки, да. Что за читерство, алло, у Кусика. Я 28. 28 у Димана, у Кусика. Ты проехал? Нет? Все, ладно, я понял, забагалось. 30, короче, хорошо. Так, пацаны, ну давай сейчас я сделаю себе... О, пацаны, у меня Феррари, у меня Феррари Монза. А мне ого, у нас у всех быстрые тачки, у меня... Подожди, Диман, Кусик, еще одна машина. Я, конечно, все понимаю, но мы либо стартуем. Итак, у меня Феррари, у Димки Феррари, у Кусика Бугатти. Ну что же, у меня, по идее, очень низкая Феррари, надеюсь на... Хороший результат. Давай, ну куда? Тоже 29. А, пацаны, это обман. Посмотрите, меня ничего не касается. Ай, платформы. Да. А я не могу проехать на этой низкой тачке. Вы что, угораете? Короче, ясненько, у меня 27, у вас по 29, да? Или сколько у вас там получается? 29. Окей. 29, да. Итак, пацаны, продолжаем. Давайте мы начинаем и делаем тачки. Так, вы делаете по две, я делаю себе одну. Так, у меня сейчас пока спавнится. Что-то подобное у меня уже было. У меня РК-тачка выпала мелкая. Чего? А я даже не вижу. У меня маленькая BMW. Вы посмотрите, это супер маленькая BMW. Ребята, осталось два раунда. Поехали. Ну, как бы, начинаем. Какие у него коллизии не пролезет? Подожди, по коллизии. Смысле по коллизии? Да не, должен проехать. А у Димана тоже очень низкая, как сыграя машинка, очень низкая. Да, поэтому, конечно, мне обгоняетесь, я понимаю, но... Пацаны, вообще, ребята, да, я проехал. 40 у Кусика, глянь, как его низко заплющило у Кусика, подожди, понимаю. Подожди, возможно, проеду дальше. Да не-не-не, куда? Она карабкается. Чего? Не-не-не, братанчик, забей. Смотри. Забудь, куда. Блин. Ты? Да не проедешь, очень низко, не, бро, не проедешь. Да, жопой можно. Так, ясненько, у вас у Кусика 30, у Димки 29. И, ребята, последний раунд. Я делаю сейчас себе две машины. Вы делаете по одной. Хорошо, что как бы она не учитывается. Поезло, пацаны. Понимаю. О, у меня кабриолет Камара, что? И у меня, ребята, короче, я беру вот такую тачку. Это кабриолет Камара у Димана. Это получается, что ламба у Кустика. Это пикап такой, значит, джипик какой-то прикольный. Поехали, ребята, последний раунд. У меня крыша не убирается, вот это обидно. Крыши нет, коллизии нет, сейчас буду на тридцатке опять. В смысле? Не, все, ты встал, да, я так понимаю. О, я же проехал, да, уже? Да, я проехал, хорошо. Так, 27 у меня уже есть, Диман, ты куда поехал? А нет, алло, молодой. 22. Я, ну, сюда еду. Не тормози, постой, молодой. У меня как-то текстур нету этой тачки. А может быть, как-то у нее можно убрать какие-нибудь части? Не, нельзя, к сожалению. Она прокачивается, в смысле, по подвеске, не, нельзя. Короче, все, пацаны, я думаю, что мы приехали. 27 у меня, 29 у Димана, получается. А у Кусика сколько, ты мне скажи? 22. 22, да, бывает. Ну, мы сегодня все были в таком, как бы, плохом положении, на самом деле. А я и Димка, и ты, да. Получилась прикольненькая серия, ребята. Ставьте лайкусики. Давайте мы соберем 5000 лайков. Выходит новенькая серия, ребята, буквально вот сразу. Поэтому ставьте лайкусики. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.